Всем привет, моя любимая. Всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Сегодня отвечу на вопросик. А у нас с вами макароны с подливой. Вот такое здесь мяско. Уже бляха остыли. Пока тут делами занималась, то устанавливала лампу. Я же сегодня днем спала, ребят, после работы. Получилось, что ночью буду смотреть сериал. Пока не усну. Ну, какая худышка, да? По сравнению, чем была, ой, вот эта девушка, вот эта загадка, вот эта конфетка. Ребята, такой вопрос от Оксаночки. Оксана, огромный привет. На какой диете я сижу? И сижу, ну, сижу ли вообще? Нет. Как видите, я ем просто макароны, просто мясо, просто яйца, к примеру. Меня выручает это, во-первых, я уже начала считать калории примерно, да, я посчитываю, чтобы не переедать больше. Вот, но не зацикливаюсь, самое главное. Не наедаюсь на ночь, то есть не ложусь с тяжелым животиком, да? Ем, что хочу, по требованию именно организма. Бывает такое, что хотят глаза. Вот у меня бывает такое, что, знаете, это вот такой эмоциональный голод. Вот глаза хотят съесть, но желудок полный. А тут я прислушиваюсь, когда желудок хочет. У меня хорошие результаты. Я думаю, наверное, куплю себе какие-нибудь, ребята, эти витаминки, чтобы поддержать организм. Все-таки как-то вот, чтобы было прям вообще вот такая женщина, блин, богатырша. Мне стало так легко бегать. Я бегу понемножку. Я этого не стыжусь, у меня все равно есть результат. Я уже не профессионал. Бегаю для себя, для души. Сколько могу. Хожу по 8 километров. Это для новеньких. У меня вообще клубника действует как слабительное. Мне не нужны никакие вот чаи, я заказывала, помните, Фаберлик? Но у меня не такой организм. Которые принимают вот такие чаи. Поэтому моя Наташа сестра говорит, давай мне их, я попью. У меня организм не принимает такие вот чаи, там где детокс. Клубничка всем как чай попила. Это уже, ребят, свежая. Только сахарода. Что было с холодильника, это только с огорода. Алия, огромный привет. Поцелуйчик. Спасибо большое за рекомендацию, за сериал. Обязательно посмотрю. Как раз сейчас.
поделаю там стирку сниму, вообще по дому дела. Заодно еда уляжется. И я улягусь под сериалы. Думаю, на днях закажу что-нибудь такое вкусненькое. Надо подумать, что захочет организм. Я вот пошла на мой город идти. Сюда доставки нам не возят. Только там определенные, и то не всегда. Я бы хотела этого суши-рита. Суши-рита или мидии, или все вместе. Или красная рыба, как мама говорит. Где красная рыба? Надо маме накрутить роллов, как она хотела, чисто красная рыба. Без риса, говорит. Приколюшка. Ого. Как печет. Ёлки-палки-моталки. О, понюхайте. Да пахнет. Немножко хейтеров встряхнем. Бесит вас хейтер, да? Бесит моих хейтеров, бесит, как я бешу их. Бесяшки. Порой, как напишите комментарий, так сразу душно становится. Хейтеры, хейтеры, получайте ответочку. Ребята, наслаждение. Вот так или иначе. Хейтеры замолчали, видно, я много кого поблокировала. Так, трохи иногда высказываются. Что у нас тут, ребята? Я люблю рассматривать, что ем обычно. Знаете, что захотела? Ухи. Уху хочу. А еще том-ям. Да. Только там делают с имбирем, надо будет, если согласятся, без имбиря сделать. То закажу тоже как-нибудь. Желательно немножечко такое разнообразие, да? Организм в шоке. То такая вот натуральная еда, то, блин, ну, домашняя с огорода, то роллы. Это все, я смотрю, что когда вот разная еда попадает в мой организм, то у меня стресс в желудке. Ой, вкуснятина, ребята. Так вкусно, не могу оторваться. Клубника хуже, чем капуста. О, такая вкусная. Ой, какая она вкусная. Иди ко мне, кота. Куда собралась?
Ну что, моя хорошая, благодарю от души за просмотр. Очень сильно вас люблю. Поцелуйки, поцелуйки. Пока-пока, мои хорошие.